5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еще раз посмотрите. 12 элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я работаю сейчас на совмещении того, что вы все делали с текущей техникой. То есть совмещение шея. Отсюда рука выходит, уже не сюда переходит, а сюда переходит. Здесь опять же что? На восьмерку. С этой восьмерки идет подрубающее ребро. Ребро. Теперь нога правая, правая, левая, левая. Получается следующая работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вы прорабатываете сейчас соединение всего того, что вы делали раньше, плюс работа на разные сектора. То есть я работаю как с правой частью тела, так и с левой. Смотрим внимательно. Движение пошло. Например, отсюда, то есть шлюбящий по шее, сюда, сюда. Либо отсюда она может пойти, сюда, сюда. Теперь выходит отсюда. 1, 2, 3, 4. Перешло 5, 6. Дальше нога. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Таким образом, как бы, руки постоянно работают на контакт. Левая, правая, левая, правая, левая, правая. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И постоянно идет вот эта наработка. Наработка правого сектора и левого сектора.